Недавно вот это был просто набор железа. На данный момент это уже задняя и передняя по урану. Через какой-то момент пройдет время, и будут вот такие симпатичные машины, которые будут работать где-то на просторах нашей великой страны. Мне нравится. Пообщаться с людьми, искренне любящими свое дело, посмотреть, как создаются и работают харвестеры и форвардеры. Такой гостям запомнилась экскурсия по известному в нашем городе заводу «Амкадор-Онега». Экспертов со всей страны сюда привел тур по развитию промышленного туризма. Все дело в том, что Карелия вошла в двадцатку регионов, подавших лучшие заявки на участие в образовательной программе по развитию промтуризма «Открытая промышленность». По инициативе Агентства стратегических инициатив и Минпромторга проводится второй акселератор по промышленному туризму. В этот акселератор вошел и в том числе и ваш регион. Вот сейчас идет такая фаза, когда предприятия принимают у себя инспекшн-туры. То есть к ним приезжают эксперты от Агентства стратегических инициатив и на себе проверяют маршрут по промышленному предприятию. Основными критериями экспертного осмотра является безопасность и умение сотрудников представить свое предприятие туристам, а также заинтересовать молодых специалистов. Опытные эксперты выяснили, что молодежь России мало знает о производственных мощностях своей родины. А привлечь есть чем. Например, современное производительное и безопасное оборудование. К слову, некоторые будущие специалисты такую технику уже осваивают. В сентябре прошлого года ее передали Петрозаводскому лесотехническому техникуму. Оборудование позволяет студентам освоить приемы валки и резки дерева. По словам экспертов, тема промышленного туризма будет только развиваться. Это направление поможет открыть республику с новой, малоизвестной стороны. Анна Ильчик, Максим Зверев, служба новостей.